Собираемся! Шевелись, шевелись, ну! Ну что такое? Опять? Что я маленький вместо? Рассыпались, мужики! Скоренько, скоренько! Без самодеятельности! Ждем сигнала! Всем спасибо, не расходиться, ждем. Все, теперь пусть портки сушат. Говорили мне, не ходи в зону. Запарили уже эти тревоги. Ну дайте же вы времени поесть, а? Мужики, быстро разбежались из кучи. Дружище, ждем твоего сигнала атаковать. Парень, ты о нас не забыл? Не удалось подойти втихую.
молодые долговцы идут по зоне. Вдруг старый останавливается и шепотом говорит молодому: «Тихонько иди вон к тому дереву». Головастик на цыпочках пополз, аж вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? Бывалый как завопит радостно. Во! Я же говорил, брешут! Брешут, что тут аномалия! А поновее ничего нет? Человек им шлепнет, что высмотрится. Ну что, подождем еще, до гарантии. Расходиться, ждем. Отбились, слава тебе, Господи. Я тут вспомнил вас. Блин, так не что там за выжигатель такой, а? Правду о нем говорят или брешут. Ничего, ничего. На малявке прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои. А вот анекдот. Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролер ошивается. Сталкер ему: пошел вон отсюда, пока цел. Контролер обиделся: ну, ты сдурел, что ли? Нужна мне твоя развалюха 100 лет. А сталкер свое гнет. Я сказал: вали. Угнать, скажем, не угонишь, а вот нацарапать какую-то похобень с тебя станет. Как ты стал? А поновее ничего нет?